Передо мной Елена Дрожилина. Только что она забрала серебряную медаль на молодежном первенстве России по тройному прыжку, да, в легкой атлетике, в тройном прыжке. И, знаете, там была очень конкуренция, вы очень старались, и даже в свою заключительную попытку вышли в лидеры. И вот так практически, можно сказать, победили, но Валентина Косолапова смогла найти себе как бы вот эту силу. И вырвала буквально победа, да, у вас была конкуренция, так буквально какие-то метры решили, да? Сантиметры решили судьбу, 30 метров все решили судьбу чемпионского звания. Вы довольны? Ну, я довольна, потому что это мой личный рекорд. И обидно немного, что не получилось выполнить мастера. Ну, в принципе, это второй старт всего в сезоне, поэтому я довольна. Какие планы теперь будут? Планы? Отдых? Сейчас, да, отдых, а потом готовиться к лету. Команда «Чемпионат России» будете выступать? Нет. В мае? Нет, то есть готовить чемпионат России, да, вот главный старт будет? Чемпионат или молодежское первенство? Какой у вас план? Молодежное первенство. В основном молодежные старты, да? Главный старт. Ну, можем посмотрим идти... там, как пойдет, но думаю, что будем уже точно идти к мастеру, и чтобы железно прыгать, уверенно. Кого представляете? Москву? Москву, да. А тренер кто у вас? Тренер Баранов Александр Вячеславович. Он доволен? Он доволен. Тогда удачи вам. Так держать, чтобы у вас все получилось. Спасибо вам большое.